С вами я, Сергей. Как вам мое видео? То, которое я фотографировал девочку, снял видео. Пишите в комментариях, понравилось вам такое, либо нет. Вот. На улице у нас все тает, ну, конечно, тепло, но немного прохладно. Куда я сейчас поеду, я не знаю, может... Поеду в Гомель слякать. Хочу зайти в Ивороше, купить себе молочко для тела. Это как бы после душа. Мне просто нравится очень сильно запах. Мне не нравятся для мужчин запахи резкие, потому что у меня астма. И мне как-то хреново становится от этих запахов. И поэтому я покупаю всегда в женском отделе. И каждый раз ко мне подходят консультанты и говорят: ведь это для женщин. Вам надо для мужчин. Я говорю, что... Отстаньте от меня. Просто. Мне всегда для мужчин запах бесит просто. И поэтому я поеду в Ивороше, куплю себе молочко для тела, малина и мята. Запах просто волшебный. Именно когда намазюкаешь после бани. У меня есть просто гель обычный. Не хочу тратить деньги, потому что он дорого стоит, именно молочко. Я хочу большой объем купить, 400 мл. Я бы был за радость, если мне сам Ивороше присылал, как и всем блогерам, рассылки. Я очень был бы счастлив, потому что я обожаю. Именно вот это одно, что молочко, все. Мне не нравятся гели для душа. Почему? Потому что они тупо сушат. Не знаю, как это вообще работает. И хотел бы зайти в аптеку купить шампунь, потому что в аптеке мне нравятся шампуни травянистые такие, типа а-ля натуралити. Вот, мне как-то нравится, у меня был как-то с ромашкой и запах как чая с ромашкой, прикиньте, очень классно. И поэтому я поеду только за одним этим, может к сестре поеду, потому что я выздоровел. Если я успею, сейчас иду на почту, получу деньги свои и на днях буду заказывать монитор. Я очень буду счастлив, потому что с моим монитором от ноутбука это просто трэш. И в пятницу я пойду, наверное, фотографировать Женю. Вы его уже знаете. Я сниму побольше видео, чтобы было фотографии и видео побольше. Все, я съездил в Гомель. Я не снимал в Гомеле, потому что я немного стесняюсь. Вот. Я себе купил шампунь, купил молочко для тела. Вы скажете, зачем мне это молочко для тела? А затем, чтобы вкусно пахнуть. Мне нравится запах в Ивороше, знаете какой? Как-то малина и мята. Просто идеально. Он такой, как кислинка, если так можно сказать. Мне очень нравятся запахи такие, именно, знаете, в шампунях нравятся растительные, да? Таких масок или такой, да. А для тела мне нравится именно вот такой. Да, дорого стоит у нас в Беларуси. А что делать, если нравится? Я купил, думал 200 мл купить, я купил 300 с чем-то там. Там с дозатором и очень удобно. Сейчас иду домой, вам сниму, покажу, что я купил. Вот. Сейчас машина проедет. Покажу, что купил, мне сыпануло, вот. Я бы за радость, если мне Ивороше присылали мне всякие штуки, даже не только Ивороше, всякие магазины, было бы прикольно, я бы показывал бы вам. И с другой стороны, тут грязь, и с другой стороны, как вы знаете, тоже хорошо, не надо ходить в магазин, магазины не надо ходить, вам присылают рассылки всяких, косметики там. Даже самое классное, просто идеально. До дня рождения подарки присылают бесплатно. Я так тоже хочу. И поэтому давайте, подписывайтесь. Я буду вам дарить потом подарки. Ура! На улице. Я чуть не грохнулся. Это ж я. Вот, видите, лицо у меня проходит, как бы, видите, это мне спануло от печенья.
Я же купил печенье. Вот. Хорошо, съездил, купил то, что мне надо. Дали такую карточку, типа, с печатями там. Буду ездить, покупать, бонусы всякие потом. Бесплатно буду давать подарки на дни рождения. Прикольная штука, приколюха такая. Все, пришел домой. Влог будет такой маленький, потому что у меня сегодня настроение хорошее. И поэтому я решил снять такой маленький влог на телефон. Я извиняюсь, что качество такое никакое, наверное. Вот. Кстати, смотрите. Распускаются. Сейчас почечки будут распускаться. Кстати, смотрите. Как вам показать? Во. Как так сфокусироваться, чтобы вам показать. Короче, тут желтенький цветик. Круто вообще. И начнется аллергия. Ну, хоть аллергия, но будет тепло. Можно в шортиках побегать. Я постригу волосы. Будет не так жарко. Шампунь этот, кстати, с люпином. Это те цветы фиолетовые, которые я фотографировал. Только это желтый люпин. Запах такой на любителя, можно сказать. Потому что он растительный. А, как знаете меня, мне нравятся растительные запахи. Всяких вот травы, там, цветов. Вот, и поэтому я себе купил. И мне нравится запах. Кстати, у вас бывает такое, когда вы хотите понюхать шампунь либо гель? Вы нечаянно надавливаете, вымазываете нос, себе руки, все сразу. Вот у меня такое всегда. Все, я пришел домой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Я желаю вам удачи, любви, пока. И, кстати, будут выходить скоро видео с фотосессии. Я буду делать бэкстейджи. Интересные видео для вас. Фотографии вставлять буду, людей. Буду думать, что вам будет нравиться. Главное мне выпускать, загружать видео. И у меня будет много подписчиков. Потому что я очень интересный человек. И вам же интересно меня смотреть. Ну все, давайте, пока-пока. Не грустите. Желаю вам удачи, любви. Пока. Вот, смотрите, я купил как-то Yves Rocher Français. Мне очень нравится. Как бы пишется био 100%. Это круто. Будет распаковка. Смотрите. Я купил себе шампунь. Вот такой. С люпином. Он французский. Здесь 300 мл. Запах. Ну, как я говорил, он такой. Специфический. Так, положу и вам сниму. Вот. Можете остановить. Почитать. Также и на сайте тоже можете читать. И также я купил свой любимый молочко для тела, вот. Смотрите. Малина и мята. Запах. Перфекто просто. Что здесь за камера? Печаль просто. 390 и шампунь 300. Посмотрим. Шампунь, как бы там написано, что он против выпадения. У меня волосы сейчас выпадают. Надавали всяких бумажек, типа, там можно купить что-то. Дали мне вот такую карточку, что, ну, типа, только для вас. Типа, минус 20%. Они печати ставят. И вот, что можно потом выиграть. Помаду, либо вот эту штуку. Дали крем, смотрите. Я даже его не заметил. Ну, крем, конечно, богат этого крема. Буду мазать крем. Ну, типа пробник такой. Смотрите. Не знаю, что это за крем. Ну, все равно приятно, вот. Дали какой-то маленький крем, непонятно для чего. Ну, я помажу, я люблю такую байду всякую, смотри. Это дали в подарок крем такой. Дали карточку, вот я купил. Мне очень сильно нравится вот это молочко. Оно очень вкусно пахнет, когда после бани ты намылся. И вот это на сухое тело наносите и... Оно высыхает, и тело очень вкусно пахнет. Прикольно. Дали еще крем. Ну, крем, конечно, смотрите. Во, маленький такой. Привет, я крем. Но все равно приятно. Вот, это мои покупочки такие вот. Если вам понравилось, можете ставить пальчик вверх, писать комментарий, вам нравится Yves Rocher.
Если нравится, пишите в комментариях, будет очень сильно приятно. Ну все, пока.